Нормально, как настроение, дорогие друзья? Ну вот, другое дело, мы рады видеть вас сегодня в этом зале. Сегодня на этой сцене состоятся настоящие состязания. Состязания танца, пластики и энергии. Ведь открытый городской конкурс, фестиваль танца «Коломенский ангажемент» вновь вернулся в стены Дворца культуры «Коломна». И это заслуживает отдельных аплодисментов. Да, дорогие друзья, сегодня мы собрались здесь, чтобы насладиться красотой и грацией танца. Коломенский ангажемент – это не только конкурс, но и праздник, на котором каждый может найти что-то по душе. То, что заставит сердце биться в ритме музыки. А сейчас, чтобы открыть этот замечательный фестиваль, приглашаем на сцену главных судей нашего конкурса. Маурер Инна Гербертовна, председатель жюри, заслуженный работник культуры Московской области, лауреат премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства, балетмейстер ансамбля песни и пляски воздушно-десантных войск Министерства обороны России, преподаватель высшей категории Московского губернского колледжа искусств, отделение хореографическое творчество. Ваши аплодисменты, дорогие друзья! Милентьева Олеся Васильевна, артист театра новых пьес, участник и призер многочисленных фестивалей и соревнований, танцор современной и уличной хореографии, хореограф, участник танцевальной компании «СУС», сотрудничала в постановках с российскими и иностранными хореографами, является соорганизатором серии баллов «Естественный отбор». Громче аплодисменты! Мачехина Ксения Денисовна, чемпионка России по спортивной хореографии, член сборной России по мажореткам и батон-твирлингу, победитель всероссийских соревнований по батон-твирлингу и мажореткам, сертифицированный тренер по мажореткам и твирлингу Федерации мажореток и батон-твирлинга России, представляла Россию на Кубке Европы во Франции в 2016 году. Давайте подбурные аплодисменты проводим членам жюри в зрительный зал. Спасибо вам большое!